Бузы. Он хотел стать знаменитым, богатым и большим. Но была одна маленькая проблемка. Чтобы воплотить свою мечту в реальность, нужно иметь голову на плечах. И Асхаб, немного перепутав свои части тела местами, вместо головы начал прокачивать шейку. Так сказать, решил зайти с торца. Впоследствии, благодаря огромной перекачанной шее в столь юном возрасте, Тамаев, выкладывая видео и фото в Инстаграм, стал известен во всем мире, во всем интернете без преувеличения. О нем даже стали говорить зарубежные блогеры и выкладывать его фотографии и необычные видеоролики в пабликах, ну и в своих профилях в соцсетях.